Пчеловодством занимаюсь с 99-го года. И вот никогда мерву не сдавал. А в этом году хочу попробовать. Заготовил ее немножко. И хочу попробовать сдать. И у нас она 15 рублей килограмм стоит. Это вытопки от воска. Даже вот сухая, это мерва. Смотрю, что получится, выгодно, невыгодно. 15 рублей килограмм, же это ерунда получается. Но все равно на хлеб можно заработать. Там килограммов может 20-30 будет. Ой. Может чуть больше. Может на 1500 сдам. Да?